Господи, помилуй. Господи, помилуй. И молитвами твоими
избавляйши от смерти души наша. Апостоли, подеи, чудесы Твоими всегда просвещаема, спаси и верою, чтущая память Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, препрославлена Иси Богородица Деву, иконою Твоею троеручною, пребывавшая преподобному Ионе, и тем обитель триединому Богу возвикшая, благословенному отче веки, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва к неусыпающая Богородицу и предстательство непреложное упование, гроб и умершление не удержало воста, яко же Божьего того молоте, животу пристави, в утробу вселился, преснодетельную. И Духове Твоему,
Кинем вас, третий, песнь Богородицы, величи душа моя, Господь, возрадовался дух мой, о Боже, спаси мой. Величи душа моя, Господа, и возрадовался дух мой, о Боже, спаси мой. Як призвено сведение рабы свои я, и вот ныне ублажат меня Всевроди. Душа моя, Господа, и возрадовался дух мой, о Боже, спаси мой. Величи душа моя, Господа, и возрадовался дух мой, о Боже, спаси мой. Нам послание святого апостола Павла, чтение, братья, имущие той же дух веры, пописанному веровах, тем же возглаголах, и мы веруем, тем же и глаголаем, ведящие Якова, воздвиги Господа Иисуса и нас с Иисусом воздвигнет, и предпоставит с вами вся бы вас ради, да благодать умножившаяся, множившись не благодарение избыточствуйте, славу Божию тем же, не скушаемся, но аще и внешний наш человек верит, но внутренний обнуляется по вся дни, еже поныне легкое печали наши, по приумножению с крестьяне, тяготу вечной славы соделывает нам, несмотрящим нам видимым, но невидимым, видимое во времена, невидимое же вечно. И Духу Твоему, аллилуйя, глас Торы, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воскресни, Господи, покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Клясти, Господи, веду истинную и не утвержишься и я. Аллилуйя. Love it.
помилуй, Господи, помилуй. Yeah.
Христос, братья и святые обители сия, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков, святейшие патриархи, превосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и священнический, монашеский, диаконский чин, и бескресный церковный, благопростители, жертвователи, создатели, святые обители сия, здесь трудящихся поющих и всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного,
иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся выше, нас ради человеки нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой Марии Девы, и вочеловечася, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и Баки грядущего со славой, и судите живым и мертвым, и Боже Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемый славимо, глаголошего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. И мой
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Один из 70 апостолов. Святой Фадей первонаперво увидел и услышал Иоанна Крестителя и принял от него крещение, а затем встретил Господа Иисуса Христа и последовал за ним. Господь сопричислил его к 70 малым апостолам, которых послал по два пред лицем своим. После своего славного воскресения и вознесения Господь отправил Фадея в родную для него Эдессу, дабы исполнить свое обещание князю